Подписчики считают, что выставлять ребенка в образе невесты – это явный перебор. На страничке в социальной сети Instagram 5-летней Лизы Галкиной, дочери Аллы Пугачевой, появилась свежая фотография. На снимке девочка в свадебном платье и фате позирует на подиуме. В руках у маленькой красавицы букет невесты. Больше по теме Лиза Галкина примерила шляпку Аллы Пугачевой. Дочь Примадонны любит красоваться в вещах звездной матери. Отметим, что Максим Галкин и его супруга часто показывают творческие способности своих детей. Они не раз отмечали, что их дочь растет маленькой модницей, однако данный снимок вызвал негативную реакцию пользователей. Некоторые посчитали, что наряжать 5-летнего ребенка в свадебное платье – явный перебор. Не нравится. Выставлять ребенка в образе невесты – бред. Родителям большой минус, но это совсем лишнее. Я имею в виду наряд, чего нельзя. Каждая маленькая девочка хочет примерить наряд невесты. Мы в детстве, бывая у бабушки, делали фату из тюлевых покрышек для подушек, одевали на голову и крутились перед зеркалом. Лишь бы брюзжать, заметили в комментариях пользователи.